Распространенная во всем мире и имеющая более чем 3500-летнюю историю. В настоящее время различные виды шашек на стандартной 64-клеточной доске представлены практически во всех странах мира. Сегодня в Болгарии стартует чемпионат мира по шашкам 64 2016 года среди молодежи, юношей, девушек, ветеранов и людей с ограниченными возможностями, а также и команд. Чемпионат в спорткомплексе «Аквалайф» проводится уже пятый раз.
организует чемпионат мира Международная федерация шашек. На чемпионат мира в Болгарию прибыли более 300 спортсменов из 16 стран. И поприветствовать наших спортсменов на эту сцену приглашаются почетные гости. Президент Международной федерации шашек Владимир Лангин. Мэр Кранева Румен Николов. Директор по спорту спорткомплекса «Аквалайф» Игорь Коротков. Чемпионка мира среди женщин Елена Сковитина. А также вице-президент Международного шашечного комитета инвалидов ИДСД, вице-президент Федерации шашек Украины Иван Ильницкий. Президент Болгарской федерации шашек Богдан Янев. Поприветствуем бурными-бурными аплодисментами. И для торжественного приветствия приглашаем президента Международной федерации шашек Владимира Лангина. Дорогие участники и гости наших соревнований, мы рады вас видеть уже пятый раз в этом замечательном комплексе, на этой замечательной базе «Аквалайф». Болгары в этом году постарались, создали хорошую погоду, и я думаю, что также под стать погоде будет ваше настроение. Удачи вам всем в игре. Впервые у нас несколько событий. Впервые с нами вместе играют люди с ограниченными возможностями. И это очень здорово. Кроме того, у нас ширится и растет география. Впервые приехала большая делегация Франции. И другие некоторые страны приехали большими делегациями, некоторые впервые. И я... Всем будет сопутствовать удача, успех сильнейший. Мира приветствует мэр Кранева Румен Николов. Зрительские предприятия, участницы, уважаемый господин Лангин, уважаемый господин Янев, уважаемый господин Ильницкий. Ну, уважаемые организаторы, просто с вами скажу, уволен. Добро пожаловать к нам, уважаемые гости, уважаемые организаторы, уважаемый господин Лангин, господин Янев. Искажу, сам доволен и горд, че за пяти пореден път световното по шашки 64 се провежда в Кранево, което е проява на много добър вкус от страна на организаторите. Я изключително горд тем, что в пятый раз уже мировой чемпионат по шашкам 64 проводится в Кранево, и считаю, что это очень хороший выбор со стороны организаторов. А колкото до мен, в кръга на шегата, разбира се, с заповед сме поръчали добро време, защото освен създанието по шашки, трябва да има да са ползват и от прекрасни възможности на домакините, които са посигурили условия в този прекрасен комплекс и естествено на плажа. А со своей стороны я, конечно, заказал хорошую погоду, чтобы вы могли не только выступать с подходящим настроением, но еще и пользоваться всеми условиями, которые предлагает вам комплекс «Аквалайф» и хозяева этого прекрасного комплекса, а также пляж и море. И още нещо, когато гледам тези прекрасни деца, миналата година помоля господин Лангин да има само първи награди, първо място, явно за поредна година не е спазил обещанието си, защото това е един спорт като всички останали. Така че мога да пожелая на всички участници феерплей в спорта, много здраве и късмет. В прошлом году я попросил председателя федерации, чтобы были только первые места, всем давали. Посмотрим, как в этом году все получится. Желаю всем удачи, успешно выступать в соревнованиях. Все хорошего. Участников чемпионата мира приветствует директор по спорту спорткомплекса «Аквалайф» Игорь Коротков. Добрый день, уважаемые гости, спортсмены. Что хотелось бы пожелать? Пятый год встречаемся здесь с вами. Были у вас и хорошие матчи, кто-то проигрывал, кто-то переживал.
Но все-таки этот дух аквалайфа сохранился у вас и вновь здесь. Поэтому удачи и красивых партий. Чемпионата мира приветствует чемпионка мира среди женщин Елена Сковитина. Вам слово. Здравствуйте, дорогие участники, спортсмены, тренера, сопровождающие. Я хочу вас всех поздравить с началом нового чемпионата мира. Я знаю, что у каждого из вас есть свои надежды. Есть свои надежды, ожидания. Я очень хочу, чтобы те люди, которые приехали, смогли добиться высоких результатов, чтобы самые маленькие смогли вырасти в настоящих будущих чемпионов, чтобы они нашли будущих и настоящих друзей здесь. И желаю вам прекрасного настроения и огромного позитива и творчества. И хочу поблагодарить организаторов за то, что они нас опять... Спасибо. Спасибо большое за такие добрые слова. Мы приглашаем вице-президента Международного шашечного комитета инвалидов и ДСД, вице-президента Федерации шашек Украины Ивана Ипницкого. Здравствуйте, уважаемые участники чемпионата по шашкам. Хотел бы в первую очередь представить нашего переводчика Наталья Одарченко. Всем привет! Очень приятно, что в семье шашистов есть место для людей с ограниченными возможностями. И наш комитет International ED работает над тем, чтобы мы вместе с шашистами здоровыми проводили чемпионат, имели возможность общаться, делиться своим опытом и радовать. То есть очень приятно, что мы проводим этот чемпионат в тот самый момент, когда проводит чемпионат наша дружественная организация. Хотел бы предложить мэру города переименовать его в Рио Крального, потому что вот сегодня, в этом году проходит знаменитое спортивное событие, это Олимпиада в Бразилии, и символично, что тут тоже собрались лучшие спортсмены. И хотел бы сказать, что наш чемпионат тоже символичен. Мы проводим его специально по бразильской системе, дая дань уважения великому спортивному событию. Хотел бы сказать тоже, что символично, что у нас в чемпионате принимают участие люди по 4 нозологии. Это люди с ограниченным зрением, среди них и тотально незрячие спортсмены. Кроме того, это люди с поражением опорно-двигательного аппарата, это люди с нарушением слуха и спеш-олимпик. В нашем чемпионате зарегистрировалось 63 участника. И один участник, не имея возможности получить быстро визу, обратились мы к консулу. И благодаря болгарской стороне мы получили буквально за 2 дня визу для прекрасной спортсменки из Тернополя, который был вчера день рождения. Давайте поприветствуем ее. Ольга видит нас, да? То есть... 24 августа вместе с Днем независимости Украины она имела день рождения. Это символично. Она стала именно 64-м участником нашего чемпионата, что достаточно символично. Я думаю, что такой чемпионат имеет место быть и успешно быть проведенным вместе в семье всех шашистов. Еще раз поздравляю всех и всем удачи, хороших партий. Ну и, конечно, пусть победит сильнейший. Спасибо. А сейчас участников чемпионата мира Богдан Янев. Добро пожаловать всем. Федерации шашек Болгарии приветствует всем участникам чемпионата мира по шашкам 64. Желает им веселое настроение и хорошие игры. Играйте и се забавляйте. Спасибо всем! А сейчас подарок национальную одежду вице-президент Международной Федерации Шашек, президент Федерации Шашек Узбекистана Юнус Аминджонов. Поприветствуем бурными аплодисментами.
Здравствуйте, уважаемые участники чемпионата мира. Я поздравляю господин Владимир Олегович, чтобы отлично организовать все соревнования и красивые места. Я хочу подарить сборной Узбекистана наши подарки. Спасибо. В Болгарии, в Кранево, мы организовали нашу международную федерацию в 2012 году. И учредителями были Россия, Болгарская федерация, господин Янев Богдан, и Федерация шашек Молдовы и Узбекистана. И вот как раз Юнус Амиджонов является вице-президентом. Узбекская федерация делает очень много для развития шашек и в Узбекистане, и во всей Азии. Проходят чемпионаты Азии, и они являются нашими самыми, так сказать, близкими партнерами, и мы с ними очень хорошо работаем. И теперь вот я должен еще лучше работать, так как я теперь в национальной одежде. Спасибо. Мы приглашаем многократного призера первенств мира и Европы Анастасию Барышеву. Настенька, выходи, пожалуйста, к нам. Не стесняйся, все тебя поддерживают бурными аплодисментами. So clean, go ahead and sell me out an alley you should be. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the thing that I will do. This curse of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside of your hand, but you faded to the beat. Maybe I have no story to tell. Thank you.
исполнение. Спасибо тебе большое, что так зажигательно поздравила нашу... Первого символического хода приглашается президент Международной Федерации Шашек Владимир Лангин и мэр Кранева Румен Николов. Живе, много счастья живем, желаю. Гимн принимающей стороны, гимн Болгарии. Торжественной ноте мы объявляем официальную часть церемонии торжественного открытия чемпионата мира оконченной и просим наше многоуважаемое представление сесть, пожалуйста, в зрительный зал. И мы напоминаем, что участники юношеского и ветеранского чемпионатов приглашаются в 14:45 в большой спортивный зал, где в 15:00 будет стартовать молниеносная программа. И уже к вечеру мы узнаем имена первых чемпионов мира во всех номинациях. Торжественное открытие чемпионата мира объявляется законченной. Let's get you losing control. You lack a drug, then me a luxury, my sugar and gold. I want a good life every good night. You lack a drug, then me a luxury, my sugar and gold. I want your sex and your affection and that holding you low. I can make your hands clap. Oh, I can make your hands clap. Every night when the stars come out, am I the only living soul around? Need to I can't make your hands clap.
Обычно они поют за границей, вообще на самых больших сцен. Он мой друг, и он согласился для вас спеть свои любимые песни. Нора, очень, очень трудные, хорошо по-русски? Понял? И это поздравляю все женщины. Это ария для женщины. Вы знаете. Ладонная музыка. I did my way.
Вместе. Thank you.
Линка, Линка, Линка моя, все ту ягода по Линка, по Линка моя. Благодаря ви, благодаря на Кристал Парк за това, че организира това нещо. От мен Георги Петров тенор, благодаря, че бяхте такава страхотна публика. Чудесна тема. И кроме того, как главный судья турниров, хотел бы определить сразу чемпиона. Чемпионом, наш лучший чемпион среди, ну, поющих, это, конечно, наш тенор. И право наградить нашего чемпиона, президенту ETCD, Лешику Петлицкому. Спасибо.